еще, еще тогда, да, и еще один человек только то Вы вдвоем? Да, конечно. Мы его все разрешаем. Подвой, подвой. Ваше имя? Меня зовут Андрей Иванков, вот коллегу Сергей Пономарев. Я сам являюсь специалистом по компьютерному моделированию лекарств, занимаюсь разработкой доклинических лекарств, там, противораковых, там, старения и так далее. МФТ и МГУ, до этого работал за рубежом в Норвегии постдоком. Вот. Мы в своей работе сталкиваемся часто с тем, что нам не хватает компьютерных мощностей. Причем дешево, да, можно там арендовать GPU инстанс Amazon, как раз на этой неделе обнаружил, что там почти до доллара в час GPU-шку такую, ну, хорошую, но все равно, да, выросла цена. Вот мы сталкиваемся с нехваткой расчетных мощностей. Есть такие проекты, довольно давно они известны, типа там Folding at Home, Set at Home и так далее, которые на основе платформы Boeing или своих каких-то предоставляют возможность каждому человеку, который хочет помочь научным исследованиям, да, загрузить программу на свой компьютер, там телефон, что угодно, и проводить часть вычислений. Да. И эти проекты они собирают огромные вычислительные мощности. То есть, в принципе, например, Folding at Home на данный момент — это самый мощный вычислительный ресурс в мире, там много очень там, Betaflops, а второй, ну, он то первый, то второй, там, по сравнению с этим. Вот. И люди совершенно бесплатно дают свои мощности, да, для того, чтобы решать научные задачи. И у нас появилась довольно такая простая идея соединить Boeing, технологию, которая довольно уже давно известна, и блокчейн смарт-контракты. Да? То есть мы хотим просто людям, которые бесплатно делают, да, эту работу, давать еще за это токены. Ну и у нас есть там определенный механизм для того, чтобы наполнить стоимость этого токена. Да? Ну, например, там, мы готовы обещать, что мы там, свои патенты на лекарства будем продавать за наши токены. Да? Что, возможно, часть расчетных мощностей мы будем сдавать в аренду там каким-то девелоперам или научным компаниям. Вот это суть идеи. Ну, Сергей, может, немножко... Ну, ты про технологию что сказал? Что требуется, да, еще кому-то? Требуется. Ну, в принципе, у нас более-менее все есть. У нас, желательно вот микрофончик взять, да, это да. Помогает. У нас российский польский коллектив, такой немножко американский. В принципе, у нас более-менее все есть. Можно подумать, что, наверное, маркетолог нам, да? Пиарщик, маркетолог. Так, возможно, один человек на богатый. Да, да. Например, было бы неплохо. Ну, в принципе, со всеми у нас там можно заниматься. Вообще, кому интересно, там борьба с раком, там, с разными заболеваниями. Можете. Ну да, в общем, у нас проект довольно большой, и не знаю, сегодня мы как одному мы просто просматриваем другие проекты, общаемся с людьми. Отлично. Аплодисменты.